Я постоянно в зеркале себя ищу, то есть где бы я ни находился. Андрей Корсаков в свои 19 уже знает, как добывается золото. В его весовой категории эффектнее никого не нашлось. Это линзы, называется корона. В общем, я их заказывал у друзей. Вот. Ну, на самом деле хотелось как бы эффектно выйти, то есть не так, как все, выделиться. Целенаправленно готовиться к 27-му открытому чемпионату Орловской области по бодибилдингу начал в августе прошлого года. Потеря сознания, сил и концентрации внимания – это лишь то немногое, чем пришлось поплатиться за золотую медаль. На самом деле я жестил по полной, то есть я отказывался полностью там от углеводов, там фруктов, клетчатки. То есть на самом деле сидел на белках, несколько раз меня там накрывало, то есть было очень плохо, тяжело. Но ты не жалеешь после результата, что? Нет, на самом деле как бы я знал то, что страдания, они потом окупаются. Более 50 спортсменов из России, а также Украины и Белоруссии. Полный зал болельщиков. Такой ажиотаж более чем оправдан. Подобные соревнования проходят нечасто. Оценится на сцене качество проработки, симметрия, в первую очередь, пропорции атлетов оцениваются. Вот. И как бы все эти компоненты судьи сравнивают. Зрители, пришедшие сегодня в ДК СПЗ, могут увидеть лишь на сцене верхнюю часть айсберга, финальную, когда спортсмены демонстрируют судьям свои трицепсы, бицепсы или пресс. Мы же для зрителей Первого областного телеканала покажем немного больше и то, как спортсмены готовятся к выходу на сцену. Пойдемте посмотрим. Скажите, а что вы делаете, для чего это нужно? Разговаривать я не буду. Скачка широчайших мышц спины. А как это помогает на сцене? Становишься шире, более выгоднее смотришься относительно соперников. Скажите, а молодые люди не ревнуют, когда вас вот тренер вот так мажет? А это мой муж. С какой частью больше всего нравится работать? Ну, конечно, у девушек грудь и задняя часть бедра. На диете я с января 2014 года. Ничего сладкого, никаких булок. Где еще можно увидеть столько красивых и стройных девушек, как не на чемпионате Орловской области по бодибилдингу и бодифитнесу? Кстати, воспользовавшись служебным положением, мы их можем даже потрогать. Скажите, правильно я все делаю? Эту красоту зрители могли лицезреть лишь издали. В категории бодифитнес равных не было Надежде Новиковой из клуба «Атлант». Теперь вы собрали все награды возможные, да? Ну, еще бы хотелось в бикини. Я сейчас еще заявлена в этом конкурсе. Ну, посмотрим. Слушай, а ты пришел смотреть на рельеф мужских мышц или женских? А, так как я сам занимаюсь, то, соответственно, и мужские пропорции посмотреть приятно. Ну и, соответственно, более женские, они более привлекательные. По итогам чемпионата первое общекомандное место и, соответственно, самый большой кубок остались в Орле.